Определение личности. Личность определена. Подтверждение голосовым паролем. Путин президент мира. Пароль принят. Подтверждение ДНК. Пожалуйста, сдайте образец слюны. Доступ разрешен. И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды... Вечер в хату! Войска готовы! Только я не знаю, что говорить. Почему мы напали? Come on down to South Park and meet some friends of mine. Пацаны, смотрите сюда. Вот это местный бурый медведь. Их осталось всего ничего. Правда, красота. Господи, он собирается на нас напасть. Эй, он же не собирался нападать, он просто себе сидел. Не так громко. Существует техническая хитрость. Какая еще хитрость? Эти хреновы демократы не издавали кучу законов, чтобы нам нельзя было охотиться. Они решили, что нам больше нельзя стрелять в животных, кроме случаев, когда они представляют угрозу. Поэтому теперь, прежде чем выстрелить, мы должны сказать, он собирается напасть. Ой, это же олень. Ой, он собирается напасть! Не мы на них нападали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, каждую привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста.